Всем привет! На моем телевизоре появилось вот такое пятно, это называется засвет. Я недавно рассказал это в видео. Я думал, это такая проблема приключается только с фирмой LG, но мне в комментариях написали, что и на Samsung бывает, это проблема не только с LG. Я вник в ситуацию и решил разобраться с этим пятном самостоятельно. Сейчас попробую его в домашних условиях устранить. Вот и весь телек. Ламп нету. Лампа, да? Держу металлическую. Ага, держи. Оп. Пук-пук-пук. Так. Я не знаю, где там шлейф идет. Давай разверну, положу его на диван. Давай, давай. Так, положи рамку пока. Шлиф. Как-то должно быть по-другому. Даже не видно, где эти, блин. Да вот они. Вот они. Вот они, видишь? Ага. Ага, ага. Все, увидели. Так их вон три. Три упало. Три упало, три, да? Три отклеилось. Да, видно было только один. Вот, ну и первый. Раз, там сверху. Раз, два. Ага. Это пока мы разбирали, может, они поотлетали. Да нет же, мы аккуратно. Мы ж не гупали его никак. Мне хочется приподнять сам кинескоп шлейф, чтобы не поломать мы. Слышишь, мы можем линзу повесить по старых дырках. Привет. Привет. Тут же старых тварин тут. Вот кто это пришел к нам? Ой, ну острая. По старых дырках. Ну где навалилось? Прям три, представь. Три? Три оторванных. А там видно, да, как они? Угу. Отпали. Вот так вот она на место стала. Попробуй, она прям сидит на своем месте. Ага, ага. Вот она. Понял. А все три чувствуются. Сейчас будем идти. Кап. Кап. Кап.
Быстрым клеем можно клеить только в том случае, если четко уверен, что она была на том месте. Если попадает в пазы, вот как она стояла. Если нет, надо регулировать через лист бумаги и смотреть просвет. Она сейчас на своем месте так тык. Да. А попробуй переверни другой стороной, ты не попадешь. Да. Так, клей, секунда. Кап. 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 Сейчас будет проектор не делить. Оп, стой. Схватился? Еще нет. Все, попал. Попал, да? Попал. Есть. Так. Кап. 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 На трех точечках держится. Схватился? Угу. Китайский хохол. Все, дома. Так они все три валились? Да. А почему они не просвечивали? Не знаю. Может, они на соплях еще висели. А вы его начали тормошить, или не тормошили? Угу. Попал, да? Угу. Чикс, сейчас мы трошки давай пофурим, подсохнем, мы его сейчас еще просмотрим. Собираем. Все, Саня, ты засветился в отражении телека. Ты думаешь, просто там только эти линзы? Ну вот же. Такие мы все пусенькие, эти. Сэкономили. И то на орбите. Китайцы сэкономили. Подожди, что ты? Ну, это реально как бы засохшая жучка. А то жива-жива, проверяем. Ну, сними микро. Все, пятна нет. 1500 сэкономили.